соседка. Мне кажется, ее муж зарезал. Да. Она жива. Еду. Не скажи, как я. Тебя ударили ножом в бок. Крови много потеряла, а так жить будешь. Ты скажи, ты помнишь нападающего? Можешь его описать, приметы, что-нибудь. Алина! Хорошо, давай по-другому. Соседка опознала твоего мужа на месте нападения. Ножи его отпечатки пальцев. Это не он. Почему ты так уверена? Мы давно знакомы. Я понимаю, ты не можешь быть объективной в данной ситуации, но все-таки. Ром, уходи, пожалуйста, я плохо себя чувствую. А почему не хочешь замечать очевидного? Рома. Почему ты не хочешь видеть очевидного? Пока ничего не говорятся. Рома, Рома. Заладила одно по одному. Роман Алексеевич. Опер, уполномоченный Загорев. Так. Я занимаюсь этим делом. Сестра сказала, что вы руководитель Новинской. Вы знакомы с ее мужем? Немного. Как вы думаете, он мог это сделать? М? Понятия не имею. Они разошлись, вместе не живут. Почему они расстались? Пойдем за кофе. Я на этот раз не один. Вот коллега поприсутствует. Очень хочет с вами поговорить. Нормально. Пришло в себя? Да. Когда вы подъехали к дому, вы никого не заметили? Соседи? Нет. Я увидел только, что дверь открыта. Тогда чего вы ждали? Почему не вызвали скорую? Я не мог, у меня телефон сел, а взять ее телефон я не сообразил, а когда сообразил тоже. Уже врывалась полиция. А может быть, ты просто хотел посмотреть, как она истекает кровью? Может быть, тебе нравится смотреть, как умирает человек? Ну, пришло время отомстить, да? Ты до сих пор любишь ее. Ты все это время ждал. Она все это время была счастлива со мной. Что? Он вам об этом не рассказывал? Закрой тебя, закрой надолго.
ваше самочувствие? Она на перевязке? Нет. Здравствуйте, я как раз к вам собиралась. Я уезжаю. Напишите, что я должна делать, какие-то лекарства. Вы с ума сошли? Куда вы уезжаете? Я хочу написать отказ от госпитализации. Принесите, пожалуйста, бумагу и ручку. Я не могу вас отпустить в таком состоянии. А вы не переживайте, я нормально себя чувствую. А что с вами будет через 2 часа? Просто скажите, как это пишется. И дайте лист назначения. Я все равно уйду. Помогите ей. Ты же знаешь, что я не мог этого сделать. Я тебя видела. Видела, как я пытался тебя убить? Нет. Но первое, что я увидела, тебя с ножом в руке. И на нем твои отпечатки. Почему я тогда остался? Почему не убежал? Это те вопросы, которые сама себе задаю. Ты должен сказать что-то еще. Должен меня убедить. Что там произошло? Я приехал к тебе. Зачем? Чтобы в очередной раз извиниться. Дальше. Двери в дом были открыты. Я зашел и увидел тебя. Рядом лежал нож. Я наклонился к тебе, и тут краем глаза увидел, как кто-то пробегает из столовой к задней двери. Ты его рассмотрел? Нет, я не успел сообразить. Потом я схватил нож и побежал следом. Добежал до калитки, но там уже никого не было. Когда я возвращался, я увидел соседку. Как раз выходила гулять с собакой. Она успела его увидеть? Я не знаю. Я не знаю, но, скорее всего, нет, потому что она только вышла и увидела меня с ножом в руке. А у меня не было времени подумать. И я запаниковал. Только я одна. Прости меня.
Кто-то побежал к задней двери, запаниковал, телефон сел. А я думала, офис больше. Пытаемся не разбрасываться деньгами. Это помещение ваше? Аренда. То есть, Марк что, сидел здесь? При всех остальных людях? Ну почему ж сидел? Он и сейчас здесь сидит. Совершенно точно. Сидит. Только вот в совершенно других местах. И, боюсь, сидеть ему придется еще долго. Мария Владимировна сказала, что она вписана в уставные документы. Да. Ведь фирма была зарегистрирована до ее исчезновения. Да. Ну, значит, она совладелец. Бинго! Вы можете что-то рассказать о ваших активах, собственность компании? Мы собираемся открывать первое производство. Подождите, почему это первого? А что вы до этого продавали? А мы ничего не продавали. Мы помогали поставщикам продавать. Здрасте. Мы хотим посмотреть бумаги. Вот это невозможно. А вот это еще почему? А потому что, насколько мне известно, супругой Марка является Алина Новинская, а не вы. Ну, а я-то совладелец. Да. Если вы Мария Воронцова, то да. А паспорт вы уже восстановили? Это произойдет в ближайшее время. А вот когда это произойдет, тогда вы и увидите все документы. Что ты сказал? Покиньте, пожалуйста, офис. Что? Молодой человек, вы бы поосторожнее с работодателем. Я тебя уволю. Наша беседа окончена. А если вы забыли, где выход, я позову охрану, они вам покажут, где лифт. Когда вот вся эта компания станет моей, я тебя первым уволю. Когда компания перейдет к вам, она сразу же загнется. Это еще почему? А потому что вам же надо все поскорее продать, да? Я правильно говорю? Да не твое собачье дело, как я буду тратить собственные деньги. Пока. Ладно, ладно. Мое. Да, сейчас позвоню. Угу. Давай. Как ты? Да, штопанная, перевязанная. Марка видела? Угу. Я поверить не могу, что это он. Просто этого быть не может, он тебя любит. Да-да. Когда Маша объявилась, он пришел ко мне. Он просто крышу снесло. Он тебя любит одну и все. Олеж. Ладно, прости. Что Рома говорит? Рома уверен, что Марк на меня напал. Вообще, мне кажется, что он считает, что Марка есть душитель. Дебил. На ревность. В таком случае ему нельзя вообще заниматься делом душителя. А мне можно. А ты не сможешь не заниматься. Он убил твою лучшую подругу. Олеж, это мое второе дело, и у меня опять ничего не складывается. Почему опять? Потому что Воронцова я тогда так и не нашла. Ты нашла свидетеля и спасла Марка. Сидел бы сейчас до сих пор. Свидетеля тоже я не находила, он сам пришел. Да, я думал, твоя работа. Я тогда была уверена, что это Марк виноват в исчезновении жены.
Пришла счастливая к отцу, а там сидит свидетель. Все, говорит, видел, все помню. Девушка села в машину, парень остался. А ты подозревала Марка? Угу. Целые сутки. Я нашла информацию о родителях Маши, о том, что она богата. Это уже мотив. Марку об этом рассказал, он даже испугался. Ну, конечно, испугался. Он же понимал, что это основание для серьезных подозрений. Целые сутки чувствовала себя Шерлоком. Думала, все, нашла информацию. И фигак, на следующее утро тот свидетель. А девушка из нее вышла, дверью так сильно хлопнула. И я видел, что... Нет, ну, парень там остался. Алин. А? Дальше ты что? А дальше что? Все, Шерлок сдулся. Интересно, почему все вдруг про это дело вспомнили? Здесь вот распишитесь. Все? Ну да. Дементьев недавно его брал. Ну для чего? Я откуда знаю. Ну да. Спасибо. Угу. Слушай, я хотела спросить, у вас с Романом Алексеевичем что-то есть? Нет, между нами ничего нет. Мы просто давно знакомы. Ясно. Извини, что я лезу. Ничего страшного. Не переживай. Здравствуйте. Я Новинская Алина Борисовна, следователь. Мне нужен Дьяченко Виктор Иванович. А зачем он вам? Несколько лет назад он проходил по одному делу. В деле изменились обстоятельства, так он дома. Мой муж сейчас в СИЗО. А что произошло? Драка. Трое человек написали на него заявление. Якобы он на них напал и побил. Один на троих, представляете, да? Они приходили, они просили денег. А он отказал. Вот они на него накатали. Вы видели, как она садилась в какую-то машину? А, точно, точно. Вспомнил. Ну, простите, времени много прошло. Не вспомнили, Марк? Да бог с вами. Я тогда-то ее не запомнил. Сейчас подавно не вспомню. Мы хотели предъявить обвинение Воронцову, а на следующий день появились вы с вашими показаниями. Бывает. А чего сейчас-то про это вспомнили? Про душителя слышали? Ну? Вот у нас появились основания полагать, что это и есть Воронцов. О как! Вот тот парень? Пока это только предположение. Но в данных обстоятельствах, я надеюсь, вы понимаете, как важны те ваши показания. Нет, ну, конечно, понимаю, но... Да нет, все было так, как я сказал. Вы как-то засомневались? Нет, ну... Вы не волнуйтесь, я могу не фиксировать то, что вы мне сейчас скажете. Да ничего я не засомневался. И вообще, все, разговор окончен. Не помню ничего. Вы избили троих человек. Расскажите, как это произошло? Нет, ты здесь при чем? Нет, ну, ладно, ну,
Мы сидели, выпивали. Завертелось. Не помню я. Первый полез, второй поддакивать начал. Ну, меня и понесло. То есть это вы их избили? Да нет, конечно. Ну, полез первым, но потом схлопотал по самой нихуху. Они у меня вон, карманы обчистили и телефон забрали, гады. Дорогой? Ну, дорогой. Я вот дурак в кредит взял. Значит так, я помогаю вам. Вы рассказываете мне правду. Без протокола, но только правду. Посторонние не смогут попасть на территорию таунхауса. Там пропускная система для машин и пешеходов. Система есть и пропуска есть. Но мы на территорию попали без всяких пропусков. Первый вариант – дыра в заборе. А второй вариант расскажет Ирина. Я сказала охраннику, что очень надо, улыбнулась. Ну, несколько минут невинного флирта. Так что при желании к дому мог попасть не только многоуважаемый Марк Воронцов, но и кто угодно. То есть отпечатки на ноже – это не аргумент? Ну, как-то все нескладно получается. Чего он сидел тут столько времени около нее? Всем привет. Ты как? Нормально. Алина Борисовна, учитывая ваше состояние, вы как-то очень быстро передвигаетесь. Ребятки, нужны подробности одного мелкого дела. Три жулика по пьяни подрались с четвертым. Теперь у него деньги вымогают. Есть номер телефона, который они у него отжали. Можно по нему определить местоположение? Если еще какая-то информация всплывет, было бы здорово. У вас же много знакомых оперов в городе. Это имеет отношение к нашему парню? А, пока не знаю. Здравствуйте. Что у вас? Боюсь, что у нас для вас только проблемы. Меня интересует один украденный телефон, который недавно принесли к вам. А почему вы решили, что его принесли к нам? А потому что вы проверили его состояние и вставили свою собственную сим-карту. Неосторожно. Ну, нам много что приносит. Такая работа. Да, но этот телефон принес кто-то вот из этой троицы. Узнаете их? Скажите, а вы детективы по телевизору смотрите? Ну. Так вот, значит, вы знаете эту игру. Кто первый? Следователь предлагает подозреваемому рассказать всю правду, и первому сознавшемуся обещает некоторое послабление. Вот в жизни все примерно так же. Вы первый, кому я пришла, а потом хотела навестить эту троицу, поэтому у вас еще и шанс выиграть. Вспомним? Я еще раз покажу. О! Нормально! Опа, тетя, здрасте. К нам хотите? Тебе налить? Замерзла? Почему на детской площадке пьете, придурки? Да ты не груби. А откуда деньги взяли? Да ты что, гонишь, что ли? Ты кто? Следователь. И сегодня будем говорить о драке с Дмитрием Дьяченко. Так это дело другой следователь ведет. Я знаю, он в курсе. Или вам удостоверение показать? Понятно. Ну, вообще, он сам полез первый. Ну, вы же с ним справились втроем-то. Отняли телефон, да еще заявление в полицию накатали. М? Телефон в ломбард сдали, у меня есть показания приемщика. Да этот приемщик... Да, погоди, же... погоди. Продолжай. В общем, забираете заявление, история с телефоном остается между нами.
Какого? Да погоди ты, Гена, заткнись уже, а! Нам же это припаяют, это, за лжесвидетельство. Вот. Во, да, и еще 162-ю. Разбой. Во. Скажете, что все было по пьянке, толком ничего не помните. Не хотите брать грех на душу и сажать человека. Все, пошли писать заявление об отказе. Сейчас? Куда? Ко мне в машину. Бутылки убираем за собой. Ага. Пойдем. Давай. Вот их заявление об отказе от обвинений. Расскажите правду и отдам их следователю. Не переживайте, все, что вы скажете, останется между нами, обещаю. Ну, хорошо. Ну, Марк этот ваш. На машине в деревню к нам приехал. Глаза такие квадратные. Ну, денег мне дал. Сказал, чтобы я на следующий же день к вам пошел и... Ну, в общем, не видел я ничего. Подождите, ну что, в самом деле, что ли, маньяк-душитель? С виду такой вроде как приличный. Я должна вам все рассказать. Жалуетесь? Я все вспомнила. Это случилось сегодня утром. Я была в душе, и меня как будто бы током пронзило. Я все вспомнила. Что вспомнили? Марк. Он хотел меня убить. Тогда. Я не помню, что тогда конкретно случилось, но я помню, что я бежала, и он кричал, что задушит меня, и в него как будто бы дьявол вселился. Он был вне себя в ярости. Вы уверены? Абсолютно. Дача ложных показаний преследуется уголовной ответственностью. Вы что, мне не верите? Ну, если ваш муж сядет, бизнес отойдет вам, так? Как вам не стыдно? Мне не стыдно. А вы не понимаете? Когда человек вспоминает подобные вещи, ему очень хочется, чтобы это был сон. Но это не было сном. Я вышла из машины, открыла дверь, я пыталась поймать попутку, чтобы доехать до дома. Но он бежал за мной, кричал ужасные вещи. Последнее, что я помню, я упала. Выдохните. У меня была нормальная жизнь. Ребенок. У меня было все. А из-за этого подонка я 4 года прожила неизвестно как и с кем. И я хочу, чтобы он за все ответил.
Никакого свидетеля не было. Ты о чем? Тогда, 4 года назад. Ты нашел Виктора, заплатил ему и сказал, что нужно говорить. Все верно. Зачем ты мне врал? Ты тогда вела это дело. Ты считал, что я как-то связан с исчезновением Маши. Ты помнишь, ты сама мне об этом говорила? Я просто не хотел садиться в тюрьму за то, чего я не совершал. Я испугался. Почему я должна тебе верить сейчас? Маша жива! Значит, я этого не делал. Ты пойми, я сам ее нашел, я сам ее сюда привел. Неужели ты думаешь, что если бы я боялся, что она что-то вспомнит, я... Ну, перестань. Ты же знаешь, что я этого не делал, Алин. Сидеть! Марк маньяк. После того, как Воронцова вспомнила, что Марк пытался ее убить. Ее воспоминаниям доверять нельзя. У нее чисто корыстный интерес. Бизнес мужа. Предположим, когда убили Яну, вы с Марком жили еще вместе? Да. Вечером 19 числа. Ты можешь вспомнить, где он? Он был дома. Это мой день рождения. Он никуда не отлучался надолго. Магазин. В туалет, еще куда-то. Нет, он никуда не уходил, был с нами. Жена, я это... Я пойду ребят провожу и заодно воздухом подышу. Конечно. И подышу воздухом заодно. Конечно. Все, пока. Спасибо. Пока. И подышу воздухом заодно. Он выходил. Надолго? Провожал Настю и Олега. Долго его не было? Где-то час. Сказал, что решил прогуляться. Говорит, что звонила ему, когда Настя ушла из дома. Марк утверждает, что он поехал ее искать, но не нашел, после чего поехал в офис, где просидел всю ночь один. Сотрудники приехали только утром. Интересно, Хиромантия. Точно он. На 2 последних эпизода Воронцова нет алиби. Надо поднять старые дела. Ну, а зачем он пытался тогда убить Алину? Ну, кто знает. Он пытался убить свою первую жену, потом вторую. С Настей он тоже был знаком. Это чушь. Извини, Алин, но чисто гипотетически мы можем предположить, что у него со всеми убитыми были какие-то отношения. А когда отношения заканчивались, Воронцовый просыпался. Ну, в общем, он убивал этих женщин. Прекратите, я жила с этим человеком 5 лет. Ну, жена Чикатило прожила со своим мужем гораздо дольше. Хватит трёпа. Выясните, были у Воронцова Альбина оставшиеся эпизоды. Перелопайте его в жизнь вдоль и поперек. Все свободно. Алина, задержись. Если мы начнем разрабатывать Марка, ты дальше не сможешь заниматься его делом. Хочешь, я переведу тебя из группы душителей? Нет. Уверена? Да. Ну, смотри. Я буду у Романа спрашивать.
о твоем настроении. Если мне вдруг покажется, что тебя надо перевести, я переведу. Почувствовал. Ты же не детектор лжи, ты живой человек. Ты знаешь что, переезжай ко мне. А? Чего там тебе делать в этом пустом доме? Я пойду. Нормально, только приехала, уже уезжать собралась. Оставайся, говорю. Прости, правда, мне нужно побыть одной. Все в порядке, как Антон? Антон хорошо, спит уже. Алин, скажи мне, ты же не веришь, что это он? Я не знаю. Алина, пожалуйста, только не отворачивайся от него. Я очень тебя прошу. Я знаю, что сейчас все против него. Но ведь ты же его знаешь. Мы его знаем. Только мы. Ты и я. Но, пожалуйста, не отворачивайся от него. Здрасте. Алина. Рад тебя видеть. Привет. Как ты? Нормально. Ксения, вспомни, пожалуйста, было ли... В поведении Марка что-то странное. Я имею в виду не в последнее время, а вообще. Ну, время от времени он просил финдиректора обналичивать деньги из бюджета. Обычно 1000 по 100, но один раз 500 тысяч. А зачем? Вот этого не знаю, он не отчитывался, но он всегда деньги возвращал. Если ты хочешь, мы можем спросить у финдиректора. Давай. Паша! Паш! Ты знаешь, я еще вспомнил, что пару раз он ругался с какой-то пожилой женщиной на парковке. Явно не хотел, чтобы мы это видели. Паш, садись. Скажи, пожалуйста, Марк не говорил тебе, зачем ему нужны деньги? Нет, я никогда не спрашивал. А может быть, еще что-то странное? Ну, раз в месяц мы переводили крупную сумму денег в клинику Ирамед. Ирамед? Да. А для чего? Я не знаю. Я понятия не имею. Добрый день. Мне нужно задать вам пару вопросов. Я позову директора? Не нужно никого звать, просто ответьте. Хорошо. Название фирмы «Все свое» вам о чем-то говорит? Если не ошибаюсь, они оплачивают счета на лечение. Чьи? Давайте посмотрю по базе. Счета выставляются Тамаре Владимировне Русаковой. Адрес есть? Конечно, есть, но я не имею права давать такую информацию. Просто запишите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы новая сестра? Нет, я из следственного комитета. Из полиции? Извините, я не могу. А от чего вы так спорились? Не россиянка, нет регистрации? Да, у меня
семья дома, а здесь... Да не переживайте, я не из миграционной службы. А как вас зовут? Фируза. Фируза, я ищу Тамару Русакову. Она дома? Нет, ее уже 3 дня нет. А вы здесь одна? Я работаю, ухаживаю за ее дочерью. А посольство я пройду. Здравствуйте. Она не слышит, много лет так лежит. А что случилось? Из окна выбросилась, выжила, но сильно разбилась. С тех пор вот. Тамара это... Ее мать. А Тамары нет уже 3 дня? Да. И лекарства заканчиваются. А в полицию вы побоялись звонить? Ладно, не переживайте. Вот этого человека видели? Да. Он приезжал несколько раз на хорошей машине, а Тамара выходила к нему на улицу. Ясно. Нужно найти человека. Алина, для тебя хоть луну с неба. Да. Тамара Владимировна Русакова. Пропала 2-3 дня назад. Я тебе отправлю фотографию, там она с девочкой, а мы ищем именно женщину. Считай, уже обрываю все телефоны. Морги, больницы, как обычно. В моргах глухо, а Кучевая больница. Да? Нет такой? Извините, спасибо. Да, слушаю. Вас беспокоит оперуполномоченный Ильинского района Селезнев. Добрый день. Новинская Алина Борисовна? Новинская. Алина Борисовна, тут вот какое дело. Мы вчера задержали воришек. Среди награбленного найден телефон. Там был ваш номер в контактах. Не поняла. Записано, звонит дочь. А, да, это телефон моего отца. Его как раз недавно украли. А вы аппарат забирать будете? Нет, не буду, он старый. Я уже новый купила. Спасибо вам огромное. Точно. Не за что. До свидания. До свидания. Алина, нашлась твоя Тамара. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Голова болит, а так ничего. Вы новый доктор? Нет, меня зовут Алина Новинская, я следователь. А. Меня уже ваши спрашивали. Почему Марк Воронцов оплачивал ваши счета? Что? Откуда вы это взяли? Я была в клинике. Почему Марк Воронцов оплачивал ваши счета? Потому что он убил мою дочь. Вот теперь грехи замаливает. Я была у вас в квартире, видела вашу дочь, она жива. Вы видели мою дочь. Как вы можете называть ее живой? Она уже 10 лет лежит, как трупом в золе. Он выбросил ее из окна. Теперь грехи замаливает. То есть вы 10 лет покрываете тяжкое преступление, значит, вы соучастница? Нет. Вы продолжаете утверждать, что это Марк? Я не утверждаю. Она сама выпрыгнула. Но довел ее Марк. Как? Бросил. Бросил ее и стал встречаться с другой. Девочка хотела покончить жизнь самоубийством, но осталась жива. Вот он теперь грехи замаливает. Он сам предлагал вам деньги? Сам. Или вы его шантажировали? Он убийца. Он лишил меня дочери. Он расстался с вашей дочерью, так бывает. Он довел ее до самоубийства. Я знаю, есть такая статья. В его действиях нет состава преступления. Замолчи! Извините.
держать ее живой. Мне жаль вашу дочь. Да она просто ненормальная негодяйка, которая хочет отобрать у меня компанию. Мария Воронцова, твоя жена, утверждает обратно. Моя жена была совершенно другая женщина. Я не знаю, что с ней случилось, но Надя, это не Маша. Хорошо, если она врет. Если ты не пытался ее убить, зачем подкупил свидетелей? Ты, ну, чтобы не сидеть здесь, в комнате допросов перед тобой. Я не хотел садиться в тюрьму за то, чего не совершал. Я не пытался убить Машу. Да, Алину. Так, где она? Я хочу, чтобы меня допрашивала она. Телефон оставили, сказали позвонить, если что. Да-да. Что-то случилось? Да черти что тут. Я гулял с собакой у озера нашего, и она нашла. Тут кто-то, видимо, копал, собака подбежала, и тут, по-моему, как будто труп, что ли. Но я собаку оттащил. Это могила? Нет, их закопали. Вроде давно, но... Что делать? Так, постарайтесь, чтобы там больше никто ничего не трогал. Мне уже нельзя. Фу. Ой, да, нельзя. Фу.